15 октября, в субботу, Европейская Южная Обсерватория открывала двери в свою штаб-квартиру в Германии для всех желающих. В течение этого дня у тысяч посетителей была возможность помочь в строительстве полноразмерного макета зеркала будущего самого большого телескопа в мире, Европейского сверхбольшого телескопа или СБТ, а также попробовать многие другие аспекты работы Европейской Южной Обсерватории. Это ESOcast, передавая наука и жизнь за кулисами Европейской Южной Обсерватории, исследуя дальние рубежи Вселенной с нашим ведущим, доктором Джей, а.к.а. доктором Джо Лиски. День открытых дверей Европейской Южной в ее штаб-квартире в Гарчинге, недалеко от Мюнхена, Германия, в 2011 году привлек около 3100 посетителей. Посетителям было интересно узнать больше о передовых научных результатах и учреждениях мирового класса Европейской Южной Обсерватории. Им было из чего выбрать. Одним из таких ярких событий стало строительство макета гигантского зеркала СБТ диаметром 39,3 метра в натуральную величину. Это дало всем участникам замечательную возможность увидеть реальный масштаб самого большого в мире глаза, направленного в небо. Вследствие того, что главное зеркало СБТ так велико, оно состоит из 798 отдельных шестиугольных зеркал, каждое размером 1,4 метра. При помощи колышков и схемы, нарисованной на Земле, посетители-энтузиасты всех возрастов помещали картонные шестиугольники, чтобы медленно собрать гигантское зеркало. После своего завершения макет размером 39,3 метра занял площадь примерно 1000 квадратных метров недалеко от штаб-квартиры ИСО. В дополнение к этому проводились беседы по горячим темам в астрономии, а также видеоконференции с очень большим телескопом, что дало людям возможность поучаствовать в живом общении с астрономами Европейской Южной, работающими в Сьерра-Паранал в пустыне Атакама в Чили. Дети и их родители могли также получить свои портреты в инфракрасном свете и наблюдать Солнце в телескопы со специальными фильтрами. Были устроены три выставки, посвященные очень большому телескопу ОБТ, большому атакамскому миллиметровому субмиллиметровому массиву АЛМА и будущему сверхбольшому телескопу СБТ. И снова День открытых дверей Европейской Южной дал людям замечательную возможность открыть для себя новейшие волнующие разработки самой продуктивной обсерватории в мире. Это доктор Джей, и я завершаю ESOcast. Присоединяйтесь к нам в новом космическом приключении.